Вот как партийный проект «Единая Россия». Дорог каждый ребенок. С 1 мая в Москве будет региональная юстиция. То есть выделяется на эту программу 700 миллионов рублей в этом году и 1 000 000 000 рублей в следующем году. На 58 участках начинает действовать эта программа, то есть идет выявление социально неблагополучных семей под видом профилактики социального сиротства. Законодательной базы для этого мы не видим. Во всяком случае, никакой информации нет на сайте Департамента социальной политики. Департамент соцзащиты нет. В высшей школе экономики была презентация, но там не было дано никакой информации, кроме того, что это мероприятие состоится. Единственное, что они сказали, что общественные слушания были, кто на них присутствовал, неизвестно. Затем была встреча с мэром Москвы Собяниным, которому презентовалась эта программа присутствия журналистов, но через 40 минут их уже просили удалиться из зала. Все, больше никакой информации нет. Вот что с этим будем делать? Я предлагаю сегодня создать протестное письмо, подписать всем организациям, присутствующим здесь, и каким-то образом, жду ваших предложений, передать это людям, от которых это что-то может зависеть. Там, Собянину, прокурору, как кто-то предлагал, пора отвечать, значит, конкретно на свое предложение. Нужно Путину и так далее. Запрос сделать обязательно. Что это за программа? Депутатский запрос мы, допустим, сделаем. Как вы знаете, в течение месяца мы будем ждать ответ. Через месяц, напоминаю, наступит 1 мая. Потом, значит, этот ответ может быть обычной отпиской, в котором будут разбираться юристы, есть правовая база, нет правовой базы. То есть нет, мы безусловно делаем официальный запрос. Но численностью 40 человек коллектив не пишет письмо, поэтому здесь нужно определиться, какая группа людей. Почему это? Да, подождите, почему? Во-первых, существует форма открытого письма в средствах массовой информации. Я не возражаю. Я просто говорю, что кто-то должен написать это конкретно. А, в этом смысле? Технически осуществить задачу, естественно, мы это сделаем. Мы уже даже сделали. Ну все, я думаю, никто не возражает. Это здравые мысли излагаются.